Ван Хан Падиш снова во главе дома охотников. Иначе не уйти не могу. Я видел лучше. О, чудесно. Наверное, это тот самый храм королей, о котором говорил Наман. Тебя не пустят. Вот, тот сморщенный старикан ни за что не позволит. Я умею убеждать. Но скажи, что Азеран делает у храма Карха? Хочу вспомнить того, о ком горюю 2 года. Хотя что такая девчонка может знать об утрате? Многое. У меня был любимый. Он делал статуи в честь их поганого короля. А потом еще и устроил им представление в их кольце солнца. Карха отдали мне его сломанные кости, но зачем они мне? Они больше не смогут строить. Не заставят меня смеяться. А статуя безумного короля что, заставит? Я хочу увидеть его работу. То, что вышло из-под его рук. Из-под его молота. В этом его душа. Но тот старый сморчок меня не пускает. Я с ним поговорю. Мне подойти к статуе, он начинает кричать. Ее изваяли рабы Азеран. Мы хотим на нее посмотреть. Ну и что, что она в честь безумного короля? Теперь она наша. Это общественный монумент, а не его личный храм. Уходи, дитя. Покорный Яхамин хочет побыть наедине с собой. Тогда найдите себе другой храм, ведь здесь люди хотят молиться. Осквернить хотят. Все, что было свято, ныне опорочено. Воистину наше племя отринуло свет. Король-самозванец, жрецы-обманщики, а воины слабы. Даже солнце от стыда ускорило бег. Карха опорочили себя? Это в каком смысле-то? Где сейчас те, кто построил Меридиан, привел к величию? Город был свят, пока его не наводнили чужеземцы. То есть Меридиан был свят, когда люди сидели в клетках и умирали на аренах? Солнце свято, дитя. Мы не должны оспаривать его божественную волю, лишь выполнять ее. Разве Ават обрел власть не по воле солнца? Сын опозорил отца, опозорил нас всех. Убить короля солнца. Какую тень, какой сумрак он на нас навлек. И сколько еще людей убил бы безумный король, если бы не Ават? Солнце желало крови. Нам оставалось лишь подчиниться. Говорите, жрецы-обманщики, но ведь вы сами жрец. Они зовут себя жрецами солнца, но то лишь слова. Они юнцы, жалкие лизоблюды. А тех, кто посвятил всю жизнь служению солнцу, осрамили и забыли. Я поняла, что с вами. Истерика, крик души. Ты ничего не знаешь о нашей вере, но смеешь оскорблять меня. А почему ваши воины слабы? Потому что прекратили набеги? На службе трона Карха теперь презренные наемники. Возмутительно. Это было не освобождение, а чистка рядов. Наши величайшие воины были изгнаны в закатную крепость на запретный запад. Племя раздроблено. Те, кто ступал в свете, ныне бредут во тьме. Только вот все, кроме вас, рады их изгнанию. Надоело спорить. Уходите, оставайтесь, но мешать другим я не позволю. Я нахожусь здесь по воле солнца. Не хотите принять перемены? Так хоть смиритесь с ними. Злоба отравляет вам жизнь. Вот не надо меня жалеть. А мне вас и не жалко.
Но если уйдете сами, тогда хотя бы ваша гордость не так пострадает. Ты за это поплатишься? Очень сомневаюсь. Никак не могу заснуть. Купил кровать у Карта. Это была его лучшая работа. И что с ней стало? Они ненавидели того, кого она изображает. Они изуродовали то, ради чего рабы положили жизнь. Рабы, которых они уже позабыли. Они все близорукие мерзавцы. Если их солнце прыгнет с этого моста, они бросятся следом. Спасибо, уважила мою просьбу. Может, ты обретешь покой. Я не умею жить в покое. Впрочем, как и эти Карха. Именно они говорят о том, что ты хорошо. Солнечный перевал, где Бану хочет нарисовать свою метку. Ты сильнее меня. Я буду рисовать, пока надо мной витают духи коршунов. Потом ведь новые прилетят. Да. Машина никогда не кончится. Их духи найдут новые тела. Но мы живем, пока жива нас память. Я должен нарисовать эту историю. Памятник павшим шаманам. Мудрости, которой Карха нас лишили. Машинное масло сбережет рисунок. Сбережет память. Несмотря ни на что. Я благодарен тебе. Здесь Утару хотела проститься с Умешей. Oh.
когда мы выбрались из клеток на свободу, я бросилась через эту прогалину, думала, подруга за мной. Я убежала, а она осталась. Спасибо тебе, ты помогла мне вернуться. Не хочу тебя торопить, но тут нельзя долго находиться. Я понимаю. Я уже видела это во снах наяву. В заводе я найду браслет с семенами, которые она обронила. Семена лопнули, раскрылись, проросли. Она уходит из моих воспоминаний в память леса. Я скажу ей, что это я здесь погибла и стала чужой на родине. А она живет и с каждым посевом, с дождем, с урожаем. Что такое? Вот он. Ее браслет. И я думала, она за спиной. Но там лишь мое отражение. Хочешь побыть одна? Я впервые осталась одна. Тебя точно заинтересует. Вижу, ты вернулась. Нашла реликвии, Банук. Ты готова? Давай торговаться. Если найдешь артефакты Банук, приходи. Слышишь, страница? У тебя есть реликвии. Хороший товар. Значит, вы вернулись в храм? Да, меня позвали. Жрецы захотели выслушать мое мнение насчет примирения с другими племенами. Они слушают. По крайней мере, начали слушать. Перейти от слов к делу не так просто. Мы их убедили? Ты убедила. Я хотела просто, ну, помочь скорбящим. Ты указала им путь. Будущее тебе знать не дано. Такова доля жреца. Тебе бы пошла красная мантия. Нет уж. Тем более, вы не принимаете женщин. И это наша ошибка. Иди в свете. Да зарит солнце твой путь. Спасибо, Наман. Честно говоря,
Скоро свет мне очень пригодится. Поместье семьи Романовы. Спасибо. Я уже не верила, что кто-то придет на помощь. Кажется, все погибли. Расскажи мне, как все произошло? Сперва крики. Я прибежала. Лиходей разорвал охранников, как куклы. Отец затолкал меня в кладовку. Он убил рыскаря. Потом Лиходей выстрелил. И все стихло. Я пыталась открыть дверь, но он меня запер.
Он спас тебя. И я уже не скажу спасибо. Ты знаешь, откуда явились машины и почему они вообще напали? С каждым годом машин в наших краях все больше. Поэтому отец и усилил охрану. Но таких нападений не случалось. И я не знаю, в чем причина. Жди тут. Я осмотрюсь. Хорошо. Я хочу проститься с отцом. Ключ. Интересно, от чего он? Мне нужно пробраться внутрь. Это устройство испускает сигнал. Возможно, именно он и привлек машины. Я отключила сигнал, но кто-то намеренно заманил сюда машины, чтобы убить всех в поместье. Дверь отпирается изнутри. Я нашла приманку. Кто-то нарочно вам ее подложил, чтобы заманить сюда машины. У твоего отца были враги? О, Раноман, мой брат. Он проигрался, воровал, пытался вымогать. Когда отец его выгнал, поклялся отомстить. Это Раноман меня прислал, чтобы я прогнала машины от его наследства. Какой подлец! Надо что-то делать. Чего нельзя, сестра? Получить мое наследство? Мы из одной колыбели, убийца. У тебя нет чести? О, видимо, нет. Зато будет поместье. Увидишь отца, передай. Я благодарен за богатство. Что для тебя? Это устройство призовет новые машины. Это ведь проще, чем убивать тебя сразу. Это я забираю.
Хорошо, что есть добрые люди, как ты. А не только такие подонки, как мой брат. Мой отец всегда славился своей щедростью. И я продолжу эту традицию. Возьми. Пригодится в твоих странствиях. Беса. Выглядит зловеще. Вот бы знать, каким мир был в старину, когда тут жили предтечи. Ты не похожа на наших. Да, мне говорили. Вождь. Разведчики обнаружили вражеские лагеря. Стерегут подходы к Железному кольцу. Понимаю. Осталось еще пара лагерей. Начнем с них, чтобы не спугнули. Согласна. Уничтожим лагеря, чтобы никто не предупредил врага в Железном кольце. Сниму сигналки. У каждого лагеря в засаде будут наши. Ты начнешь, они подхватят. Тревога! Меня ищут. У нас гости! Наверху кто-то есть! Довольно.
лагерями разобрались. Теперь Железное кольцо. Враг укрылся за высокими стенами. Нам придется лезть по ним. Возможно, под огнем. У меня другая идея. У них есть слабость. Я пойду одна и туда ударю. Если получится, я пробью в этих стенах такую дыру, что пройдет все наше войско. Было бы хорошо, только я пойду с тобой. Вождю следует радоваться двум стрелам, которые так рвутся вылететь из лука. Да, Варл, пойдешь с Элой, поможешь ей, но будь бдителен. Да, вождь, слушаюсь. Идите. Мы ждем от вас знака. У тебя ведь есть план? Ну, ты же за мной пошел. Даже в руины. Неужели ты мне не веришь? Верю. Ты знаешь, где слабое место. Терпение, Вал. Скоро поймешь. Тот, что справа, твой. Наружу! Еще двое. Двое тот, что слева. Тревога! Вот. Видишь то хранилище? А ты видишь тех демонов? Соберись, Варл. У них в хранилище огнежар. Его там очень много. Если взорвать, ни от этих машин, ни от стены ничего не останется. И тогда наши воины ударят. Отсюда не достать. Подойдем поближе. Я подойду. А ты назад. Изложи Соне план и проведи их на ту сторону. Хорошо. И когда стены рухнут, я первым пойду в пролом. Осталось только этот план воплотить. Если сделаю это по-тихому, будет гораздо проще. Меня заметили. Надо поджигать огнежар. Поджигать огнежар. А ну, возвращайся!
Надо сражаться яростнее! В огнежар. Богиня, узри нашу победу! Кровь пролита за кровь. Запомните этот день войны. Твои слова до богини в уши. Да, запомните. Готовимся уходить отсюда. Стрелы и копья бросьте гнить в телах убитых. Все равно их уже ничем не очистишь. Все кончено. Больше никого не будет. Мне нужно найти Олина и добиться от него правды. Кто были те убийцы? Как увидели меня через его визор? Ну вот и все. Спасибо за помощь. Как ты оказался тут один? Где твои люди? Не хочу, чтобы они рисковали. Если погибну сам, пусть, не жалко, но только не они. Прости, что тебя в это втянул. Да брось. Для меня это обычное дело. Ну, убийц выслеживать, машины ловить.
Да? Что же тогда необычное? Ну что, начнем? А сам-то ты как? Я трезвый, так что плохо. Ну, зато голова у тебя ясная. Это ненадолго. Расскажи, что произошло с Эрзой. Давай, по порядку. Никто не знает. Она ушла среди ночи, взяла с собой лучших бойцов. Лучших? А тебя что, нет? Нет. Я выпивал. Может, она решила... Ну, не знаю, что не справлюсь. На следующий день патруль обнаружил их мертвыми. А рядом тела тросов из Карха Тьмы. Была засада. Карха Тьмы — это звери. Они так ее избили, что хоронить придется в закрытом гробу. Мне очень жаль, Рэнд. Ну, когда я найду тех, кто это сделал, они тоже пожалеют. А есть предположение, куда она пошла среди ночи? Нет. Явно дело срочное. Сообщение об угрозе, что-то о Карха Тьмы, не знаю я. Но почему они это сделали? Они нас ненавидят. И больше всех Эрзу. Она помогла Аваду выбить их из Меридиана. 2 года они зализывали раны. И вот дождались возможности отомстить. Ладно. Покажи мне, где погибла Эрза, и я сделаю, что смогу. Иди за мной. Зачем она забралась так далеко? Не знаю. Это странно. Это земля Карха Тьмы? Нет. Сунувшись в теснину, они нарушили перемирие. Уже рядом. Пришли. Здесь была засада. Наши бойцы все осмотрели. Ну, может, эта твоя штука даст какую-то зацепку? Прошу тебя. Я должен найти этих ублюдков. Словно тут кого-то тащили. Здесь что, протащили труп? Что ты видишь? Тут прямо дорожка. Кровь будто капала с чего-то вроде телеги. Видишь? След колес. Трупы явно сюда привезли и разбросали по полю. Стой. То есть этих людей убили где-то еще, но зачем Карха Тьмы их притащили? Ты знаешь, я уже не уверена, что это дело рук Карха Тьмы. Ой, да брось ты. Ну, идем по следам и посмотрим. Я понимаю, за что ее убили. Но зачем эти фокусы? Да, загадка. Но мы ее разгадаем.
Это не Карха тьмы. Это наши, это Азирам. И вы всегда так добры друг к другу. Это что? Похоже, что приманка. Готовься. Азирам, не Карха тьмы. Как видно, я ошибся во всем. Как всегда. А ну-ка, глянь своим третьим глазом. Я должен узнать всю правду. Сейчас. Людей здесь перебили. А это что за ремни? Ремни от брони, перерезаны ножом. Камень с пятном крови. Это оружие авангарда. Крови на нем нет. Люди Эрзы не оборонялись. На это можно поставить оборудование. Камни прямо раскрошены. Что-то ударило по этим камням. Что-то необыкновенно мощное. Вон, у треноги. Разряженная батарея. Это шлем Эрзы. Очевидно, она погибла не внизу, а здесь. Все эти фокусы. Зачем? Чтобы просто меня помучить? Есть одна идея. Но это лишь мои домыслы. Пока твои домыслы были достовернее всех фактов. В общем, думаю, Азирам атаковали отряд Эрзы новым оружием. Оно стояло вон там, на треноге. И оно испускает волны силы, может, звука. Они раскрошили камень. Думаю, людей он не убивает, а парализует. Отряд Эрзы уложили вот здесь. На их оружие нет крови. Без боя. Зачем парализовать тех, кого потом все равно прирежешь? Чтобы что-то скрыть. Смотри, камень в крови. Этим камнем разбили Эрзе лицо. Или кому-то другому. Гляди, ремни перерезаны. Как будто броню с кого-то сняли. Не может быть. Ее тело покоится в Меридиане. Я же сам видел. Ты говоришь, ее изуродовали. А если это вообще кто-то другой ее роста, одетый в ее броню? И так избитый, что невозможно опознать. И это не Эрза. Вернись в Меридиан. Посмотри на нее еще раз. Может, я ошиблась. И это Эрза. Но если нет... Сестра может быть жива. Я иду. Найди меня, как сможешь.
Нечего меня расспрашивать. Согласился сегодня. Здравствуй, Элой. Меня зовут Марат Безгрешный. Идем со мной. С тобой хотят посоветоваться по важному делу. Что это значит? Где Эрент? Внутри. Он у короля солнца. И нам нужно туда как можно скорее. Прошу за мной. Все эти люди пришли к королю? Да, и каждый будет просить о милости. Что уж делать, такова политика. Король желает взглянуть на тебя. Укротительница машин, которая подмечает все детали. Это так интригует. Я не хочу интриговать. Поздно. Сначала азерамский наемник проходит мимо очереди, а теперь еще и дикарка. А вот это зачем королю сдалась, скажите на милость. Какая-то дикарка проходит вперед меня. Возмутительно. Я тут уже 2 часа торчу, а какая-то девка проходит сразу. Ерунда. Аристократы как дети малые, которые вечно ноют и требуют сладкого. А какой он, король? Самое главное, что он не такой, как его отец. Думаю, ты сочтешь его весьма разумным. Та самая Элой, что может видеть незримое. Я рад. Ты оказала мне большую услугу. Эрент, расскажи ей. Я посмотрел на тело, и это не Эрза. Не хватает шрама под правым коленом. Это мы с ней в детстве подрались за деревянный меч. Если в броне Эрзы другой человек, она может быть жива. И я ни за что не брошу ее. Выходит, что ее похитили. Но вот кто? Есть предположение. В Азерам у Эрзы есть враг. Человек по имени Дервал. Ну нет. За Дервалом охотились все кланы Жилы. Он наверняка уже мертв. Больше ни у кого в Азерам нет ни мотива, ни способности придумать такую ловушку. Не удивлюсь, если он прячется в пограничных землях. Я уже отправил агента на поиски. Он ждет распоряжений на рыночной площади в Смоляном утесе. Войска у границы могут спровоцировать Азерам. Но если отправить лишь авангард и одну талантливую девицу из племени Нора. Эрент, Марат, пока оставьте нас одних. Неловко просить после всего, что ты сделала, но для меня это исключительно важно. Я вижу, Эрза была дорога вам. Если бы не авангард Азерам, я бы не смог освободить Меридиан и положить конец тирании моего отца. С тех пор мы всеми силами поддерживаем мир между нашими племенами. Это непросто, но Эрза знает подход к своим. Именно поэтому я должен вернуть ее. Скорее. Кто такой этот Дервал? Чтобы понять Дервала, нужно знать, кем был мой отец. Он на самом деле считал себя солнцем. Его разум был искажен. Он считал, что кровавая жертва — ответ на любой вопрос. И добывал жертвы в других племенах, в основном в Азерам. Дервал оборонялся. Он вооружил свой народ просто до зубов. А мой отец ответил ему еще большей жестокостью. Он схватил жену Дервала и дочь и принес в жертву в круге солнца. Но почему Дервал так стремился похитить Эрзу? Она предала его. Эрза была его соратницей, пока не узнала, что он задумал перерезать всех жителей Меридиана. Она пришла ко мне. Мы помешали Дервалу и спасли город от моего отца. С тех самых пор Дервал тратит все силы, чтобы отомстить. Соплеменникам, поддержавшим меня. Он завел себе столько врагов, что я считал его мертвым.
Я ошибся. Я хочу узнать побольше о Доме Солнца и его политике. Ну, конечно. Говорят, вы бог Солнца, убивший отца, чтобы объединить племена в гармонии. Молва не лжет? Говорят, ты видишь незримое, попадаешь в древко стрелы и укрощаешь взглядом машину. Неужели молва не лжет? Ну, почти нет. Что ж, я бы рад объединить племена в гармонии. Но ты сама видишь, какая ко мне очередь просителей. Может, через неделю? Неплохое местечко. А видно отсюда маленьких людишек внизу? Не одобряешь? Ну, скажу тебе по секрету. И я тоже. Но имей терпение. Нельзя сразу проснуться в новой стране. Станет ли она новой, если править из дворца? Может быть. В будущем. Если мне помогут такие, как ты. Очень сложная она, ваша политика. То есть Азирам — это и друзья, и враги. Я бы не смог освободить Меридиан без помощи Эрзы и ее азирамских бойцов. Многие из них остались здесь. Но старейшина азирамских кланов Жили не может смириться с их успехами. Как и высшие слои Карха. Ситуация сложная. Особенно если учесть, что отец много лет совершал на Азирам набеги. Эрза держит мир. Обещает своим людям взаимную выгоду. Но такие, как Дервал, навсегда затаили злобу. А кто такие эти Карха Тьмы? Зачем им нападать на Эрзу? Это горстка тех, кто остался верен отцу. Сидят в закатной крепости к западу отсюда. Как и мой отец, они любят только власть. И алчут силы солнца, надеясь обрести ее через ритуальные кровопролития. Эрза помогла мне изгнать их, они ее заклятые враги. Дервал знал на кого. Валить вину. Мне надо идти. Знаю. Что ж, говорят, король не просит. Но умоляю, найди Эрзу. Кто говорит? Например, Марат. Кстати, если нужна помощь, обратись к нему или к Эренду.